с утра. Не устану. Пока с утра не устану. Мы очень готовились, мы знали, что Омск достаточно сильная команда. Мы очень настраивались, прям долго готовились и видео разбирали. Мы знали, что они достаточно сильные, играют на центровых. Центровые давили, подбирали, шли на подбор. В принципе, мы знали, что так и будет. Тяжелые очки, много работать, очень много работы у нас впереди, у нас Казань, Самара, будем готовиться, разбирать игры, тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Я очень рад, что вот две игры, две победы. Да, очень такие, ну, тяжелые, но волевые победы. Это, наверное, тоже заряжает и перед выездом, да, как бы, имея в активе две победы, ехать, конечно, на подъеме, на таком, это очень хорошо.